Добрый день, дорогие друзья! Любого литератора завораживает словосочетание «собрание сочинений», особенно когда речь идет о его собственных произведениях. Поэтому, когда издательство «Эксмо» по запросу российских библиотек предложило мне этот проект, разумеется, я с большим энтузиазмом в него ринулась. И в настоящий момент готово уже 5 книг, а всего их будет 24. 5 книг, которые я лично отредактировала, и которым, дабы заинтересовать читателя, каждой книге написала предисловие, совершенно новую новеллу. Хочу только отметить, что оформила книги замечательная художница Юлия Стоцкая, и поскольку каждая из этих книг, имея лица общее выражение, тем не менее будет отдельного своего цвета, то впоследствии, когда они выстроятся на полке, это будет такая замечательная радуга.